Дима быстрый. Дим, давай привет скажем. Ну ты это, посмотри. Давай. Всем привет! Мы выехали гулять в наш местный парк, да? Тут вот такие даже фонтанчики есть. Дима полез ручки мыть. Холодная водичка? Или тепленькая уже? Только надо осторожно, Дим, можно туда нырнуть. Сегодня очень жаркая у нас погода, да? Дим, у тебя какая кепка? Дай посмотрю. С Маквином? Маквин. Кепку мы одели, чтобы солнышко она нас защищало, да? Ой, Дим, туда не надо, там мокро. Не-не-не, туда нельзя, ты что? Там мокро и грязно, потому что залазь обратно. Так здорово. Холодная? Да. Ну все, поехали. Мы сегодня выехали на нашем тоже самокате Маквин. Да? Супер мощный, быстрый. Гули-гули-гули. Мы с тобой с прогулки зашли в магазин, да? Да. И ты на тележку забрался сразу, да? Тут прохладненько, хорошо, на улице так жарко было. Наши любимые макароны. Такие пистолеты водные большие. Даже баскетбольное кольцо есть. И для песочника. Много-много всего. Ну все, мы сегодня нагулялись с Димой, да? Пока-пока, до новых встреч. Устал Димочка сегодня гулять, да, Дим? Я просто, потому что моя рубашка мокрая. Да, немножко пролил на рубашку, да, сок? Вот, ничего страшного, мы с тобой дома ее постираем. Ну все, до новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.